Отсчет пошел. 5 секунд остается до старта. И мы начинаем. Ну и, наверное, будем представлять стартовые составы. Передача следует. Дальше можно и пробить. Поворотом в ближний угол. Штанга спасает ворота Игоря Обухова. Ух, нечего сказать буквально. Давайте во вторе посмотрим, как так произошло, что мяч вообще в дальний угол полетел. Ну, рикошет. Это был рикошет. От кого, правда, не очень понятно в этой суматохе игроков. От Ильи Бирашвили. Вот самое сложное здесь, конечно, для Роттера будет справиться с низким блоком Кубани. Команда Кубани играет в 5 защитников. А тройка центральных защитников. Тем временем удар по воротам. Саенко и Кармаев. Ну и на флангах Рыбин и Гигалаев. Очень обидно, я думаю, всем зрителям, то, что сегодня мы не увидим на поле одного из лидеров Кубани. А здесь второй угловой удар подряд от них. Георгий Махатадзе. Вновь в полуфланге. Хороший пас снизу. Серченков с левой ноги бьет по воротам. Там о том, что здесь было положение вне игры. Так с этого повтора понять довольно сложно в темпе игры. Но не исключаем то, что офсайд был. Серченков здорово пробивал с левой. Но не сумел здесь Нестеренко переиграть. Да и офсайд уже был в любом случае. Поэтому не столь все важно. Кстати, помимо Нестеренко, также скажем то, что создано, чтобы наслаждаться футболом. Мартынов здесь в падении мяч выносит. И дальше нужно подстраховывать Первушин. Это нарушение правил. И даже возможная желтая карточка, потому что был срыв потенциально опасной контратаки. Да, Первушин получает горчичник. В каком эпизоде? Но где-то Мульвину досталось. Нам пока показывают, за что свою желтую получил Федор Первушин. Ждем какой-то информации. Тем временем штрафной удар. Ворот Обухова. Пытка прямого удара. Обухов в падении пропускает этот мяч. Игорь. Обухову этот удар отбить. Да, 30 метров. Удар от газона. Но Игорь здесь однозначно что-то не подрасчитал. Возможно, какой-то лишний шаг нужно было сделать чуть раньше. Ну да, он с места прыгал. И это вот и стала главная проблема. Ну, плюс также отскок от газона. Отскок от газона — это всегда вещь непредсказуемая. В общем, Обухов пропускает. Кубань на левом фланге. И Галаев оказывается здесь. Попытка навесной передачи. В штрафную. Можно и пробить. И делает это Андрей Козлов из клуба за 30-32 года. Андрею Козлову. Играл тоже в российской премьер-лиге. 37 матчей в этой команде. Точнее, не в этой команде, а в лиге. Да, это та замена, которая может произойти. Но, повторюсь, довольно усеченная заявка у Роттера сегодня. С этим ничего не поделаешь. Махатадзе с левой ноги бьет. Срезается мяч. Попытка дальнего удара для Роттера. Первая в этом матче. Махатадзе имел возможность для удара. И, в общем-то, имел право удар этот наносить. Но не получилось. Еще раз смотрим. Но более вероятно, что будет навес туда. Парена вратарской. Серченков. Нет, закручивает ворота именно Сергей Серченков. Но все не в попад. Футболистов Роттера. Контратака опасная. 3 в 3. На Козлова фланг. Пас. Козлов. Слушайте, но кубанцев. Ну, честно, довольно неожиданно получилась эта передача. Ну, далеко, слушайте. Тут можно, конечно, ругаться. Быть недовольным, но далеко. Пас на Олега Николаева. Проникающая дальше на Сергея Макарова. Прострел. Ну и опять защитник исправляется. Чуканов бьет. Это будет удар от ворот. А те 10-15 минут, где у Роттера получалось эти проникающие на правом фланге туда вперед выдавать, спустя длительный период времени наконец-то получилось у связки Николаев-Макаров как-то себя проявить. Но опять-таки до удара в створ дело не дошло. Был первым на этом мяче. Дальше уже Серченков мяч достается. Сергей Серченков далеко отпускает. Проходит мяч на школе. Ковчуканов в одно касание. Прекраснейший гол ленинградского Роттера. И все было разыграно идеально. Давайте еще раз посмотрим. Школик на Чуканова, Андрея Чуканов и дальше. Но вот, пожалуй, только одно непонятно. Мог ли Нестеренко выйти на мяч быстрее? Пожалуй, нет. Тут вопрос в том, что не доиграли защитники. Серченков обогнал просто-напросто их.
И удалось у Ротора, команды, которой в целом по ходу сезона конец первого тайма вообще не был ударным. То есть совсем это не так. Начиная с минуты 20-й, вновь Георгий Махатадзе будет бить по воротам, ну, слабо. Я думаю, на этом да. Прозвучит свисток. Первые 45 минут матча позади. Чуть глубже мяч постарается получать. Ложная девятка. Камиль Мулин. Кавторадзе под 17 номером. На острие. Камиль Мулин. С Кавторадзе или нет, мы скоро поймем. Пока что Игорь Школьник проходит штрафную. Бьет по воротам и зарабатывает для Ротора. Беряшвили. Посмотрите, насколько играет высоко Илья Беряшвили. Бьет по воротам. Мощно. Сезон Олимп ФНЛ. Так что всегда должен быть Юрий Нестеренко на страже своих ворот. На правом фланге вновь Грицаенко ставит корпус, идет сам вперед. Будет бить с левой ноги, но для центрального защитника, пожалуй, это уже... Еще раз на повторе посмотрим. Ну, кстати, не Беряшвили. Мяч там коснулся. Азамат Курф будет подавать. С левой бровки. Опасная подача, удар спасает ворота. Георгий Махатадзе, как и Обухов. Ну, Козлов это был. Да, слушайте, в очередной раз Козлов. И в этот раз мяч Макаров в очередной раз, возможно, будет подачу исполнять. Нет, на Махатадзе в одно касание. Сергей забегает, низа, пас. Пробить можно, Минаев бьет. Это Николаев, прошу прощения, но ты довольны? Кстати, кубанцев можно называть и канарейками, потому что уж очень похожа форма на команду Норвича из английской премьер-лиги, да и вообще много статей есть в интернете, которые подтверждают то, что да, ну, слишком много проблем у тех и у других уже. Хватит травм. Подача опасная, пробить здесь кто-то сумеет. Удар по воротам есть, добивание, второй забитый мяч. И делает этот гол Алексей Грицаенко. И опять вывел Кубань вперед. Повтор нам нужен здесь, чтобы разобраться. Ну, просто детские ошибки. Какой-то рикошет. Удар Грицаенко. Рядом с ним стоят два футболиста, и он бьет без сопротивления. Вот этот вынос первый, который был в спину сопернику. Еще раз смотрим. Мартынов выносил неудачно. Ну, в общем, как будто бы во дворе. По-другому. Ну, отсюда может спокойно Георгий и пробить обладающим ударом. Махатадзе. Попытка удара под дальнюю штангу. Опасно бьет Георгий Махатадзе. Передача от Николаева. Кстати, мяч Ваут переводит. И нам еще раз показывают тот самый штрафной удар Георгия Махатадзе. Ну, честно, контролировал ситуацию Нестеренко, да. То есть тут все было под контролем. Отскок, конечно, очень неудобный, но передача на Гигалаева. По-прежнему с мячом Гигалаев. На фланг пас от него, навес от Рыбина. Тут Обухов должен спокойно забирать мяч. Ошибается Обухов. Какая-то борьба вновь. Нет фола, можно играть. Возвращается в ворота Игорь Обухов. Навес в штрафную. Третий гол забивает Кубань. Ничего себе! В гостях команда из Краснодара уже фактически громит Ротор. Комментарии излишни. Обухов здесь придумал этот гол сам. И по итогу Голосов, как раз таки, который только вышел, проиграл верховую борьбу Андрею Козлову. А Козлов сегодня голос заслужил, потому что он выигрывал весь верх. Он старался все 70 минут там бороться на втором этаже. И, наверное, на свой гол Козлов наиграл. Ну, а Ротор, будем откровенны, да, он там забил в концовке первого тайма. Но сегодняшний матч волгоградцы явно проваливают. И, наверное, это одна из худших игр вообще в целом для Ротора в сезоне. Обыгрывать будет сам Абдулаев. И там уже Рыбин ситуацию контролирует. Школик. Ну, теперь уже правый фланг подключился к этой атаке. Игорь обыгрывает троих. Минаев бьет в подкате Грицаенко. Направо передача. Серченков под левую ногу мяч убирает. Бьет Серченков. Рядом со штангой мяч проходит. А так даже могло показаться, что
И да, жест головы показывает все. Ну, здорово пробил, все правильно делал, смещал. Возможно, первое поражение ротора во вторые 45 минут. Голосов не разобрался, проходит передача. Галаев. Удается передачу отдать. Удар очередной. Обухов спасает на добивании. Игорь Обухова будет. Еще раз смотрим. Ну вот, да, абсолютно без опеки. Передача от Ники Гигалаева была. Найсламеддин Абдулаева. Абдулаев, подача, удар, будет ли? Как я уже говорил, наверное, одна из худших, если не худшая игра в этом сезоне. Абдулаев. И звучит финальный свисток. Команда «Ротор» проигрывает на стадионе «Новгород-Арена» команде «Кубань» 1-3. Авторы забитых мячей у «Ротора» — это Сергей Серченков, у «Кубани» — Василий Олейников, Алексей Грицаенко, Андрей Козлов. Свист, который, я думаю, слышен и вам на трансляции, он вполне объясним. Ну а «Кубань» прерывает семиматчевую серию. Полузащитник футбольного клуба «Кубань» Василий Олейников. Василий, с победой. Непростая сейчас ситуация в Кубани в плане кадровых перестановок. Какой разговор был с Владимиром Маминовым перед игрой? Саныч требовал от нас соблюдать дисциплину, выложиться на полную, победить, показать то, на что мы способны, и... Ну, приложить максимум усилий при полной концентрации, быть одной командой. Вот так старались сделать. Сегодня вам получилось забить классный гол издалека. Вы отрабатывали подобные удары на тренировках или просто приняли решение по факту и получился классный удар? Ну, как правило, я отрабатываю удары, но в последнее время даже на течение 2-3 недель практически не занимался над этим, потому что немножко беспокоила нога. Ну, в принципе, это не в первый раз, поэтому так получилось. Договаривались с Ильей Петровым, кто будет бить. Вот я решил ударить. Спасибо вам большое, удачи. Спасибо.